Первый вопрос. Когда была принята Конституция Республики Беларусь? Всего 5 тематических туров, каждый из 10 вопросов. Свои интеллектуальные силы ребята проверили в знании истории основ Конституции нашей страны, в политической жизни, а также во владении белорусским языком. Актуален не только для школьников, в принципе, для всей молодежи. У нас достаточно популярны по всей стране вот такие интеллектуальные игры. Правовая игра «Квиз Конституции», можно сказать, дала старт нашим районным мероприятиям в Прибужье, посвященным Дню Конституции Республики Беларусь. В правовой викторине приняли участие 14 команд составом по 5 человек. Конкуренция серьезная. В итоге команда Чернавческой средней школы под названием «Исключение из правил» лучше всех справилась с заданиями. Сами ребята не ожидали, что именно им выпадет честь представить свой район на областном этапе квиза, но очень старались. Мы учили Конституцию, также на уроках общества нас готовили наши учителя, наша учительница, классный руководитель Кокарева Маргарита Ивановна. Если честно, мы не думали, что мы выиграем, мы даже не думали, что мы в десятку войдем. Сначала у нас шло все не очень хорошо, а потом мы собрались силами, собрались с духом и не ожидали, что нам выпадет такая удача, что мы займем первое место. Областной этап правовой игры «Квиз Конституция» пройдет уже 5 марта в Бресте.